Не нужно будет делать какие-то страшные упражнения. Нужно будет сесть поудобнее, расслабиться, ни о чем не думать. Руки нужно будет положить ладонями кверх на колени, чтобы они нас не отвлекали. И постараться ни о чем не думать. Можно смотреть открытыми глазами, можно закрыть глаза, и чтобы ничего нам не мешало. Для того, чтобы наше внимание прошло через наш ум, остановив мысли, нужно сделать небольшое упражнение, которое поможет нам. Для этого правой рукой мы проведем 3 раза вдоль позвоночника и поднимем над головой. Давайте все вместе сделаем, как хочется. И постараемся вверху над головой зафиксировать наше внимание. Итак, кто желает, может открыть глаза, либо их закрыть, положить руки на колени ладонями кверху и ни о чем не думать.
Чувствовали это благостное состояние внутреннего.